Реди, сук, какой же расклад ты сейчас там не рестишь, а? Так, поехали. Так, ну что, начинаем с Тила. Гоу-гоу. Здесь ничего нет, куда подевалось. Поздравляем, да есть же, да, детка, да. Реди, ты просто отец, ты отец этой игры. Герои меча и лопаты, ребята, просто вот так вот это делается, понятно? Вот так вот. Минус суши плюс Грааль, изи. Дальше здесь Эрдамон. Так, деньги. Все, нормально, все. Я так чувствую, что Реди меня за шкирки трясет, вот когда он мышку это. У меня сердечко аж ёкает. Идет, ну, нарушает правила, проходя по дороге, не пробив чудиков. Изи, ГГ, тех пор. Вот такие вот дела. Ну а как оно на самом деле, мы потом узнаем. Не неси бред, пишет Реди. Реди, ты вообще не неси бред. Ты пи***и мне еще. Расскажешь АК потом. Я могу бить любой. Окей, узнаем. Так, ну мишек-то я ломать не буду. Мишек. Хотя с маслом. А, о, ого, блин, два улика. Ну вот эти личи. Ну, он еще и напал. Ну не кто мне скажет, как это вообще возможно? Как это вообще возможно? Как вообще это возможно? Он мне скажет. Почему ему так все время везет? Вообще вот так все время везет. Постоянно, в каждой игре. Какой-то находится хи, за которым побеждает. Не хз. Так не может вести у каждой катки. Просто зеркало не твое. Ну видите, опять он догнал на последнем муве. Короче, грязь. Опять грязь. Опять из-за грязи. Герой у него намного лучше, чем у меня качался, но дали логистику. Моему логистику так и не дали до конца игры. Как же обидно так проигрывать. Я понимаю, проигрывать, когда сильно играют. Но когда так отвратно играют, проигрывать очень обидно. Первую же утопу взял, первую, некого. Ну как это вообще? Ну что-то сказать про Райди. Взять сильнейшим сказать? Я так не скажу, он не сильнейший. Тут уж скорее взять слабейшим в этой партии. То, как он играл, это просто хочется болевать, если честно. По крайней мере, первую неделю я проиграл слабым игроком. Две игры на везение. Взять слабейшим. Ладно, победители не судят, друзья. Поздравляю с победой, незаслуженной победой, но с победой. Капок, конечно, седьмой. Это прямо пиздец. Причем копал двумя героями, одним... Передавал войско. Ну, в смысле, туда-сюда големы передавал. То есть, копая двумя героями, он умудрился раскопать к 1-2-7 Грааль. Это замечательно. Самое ужасное, что может сделать Редди, это собрать сейчас плащ короля нежити. Ну и по итогу с ним сделать войско. Ну вот, у Реди есть 4 хода, чтобы что-то намашнить, что перебьет меня. Блять, Реди даже мобов убивает медленно, блядь, какой же тормоз. С ума сойти можно. Да. Да где, блядь? Здравствуйте, Red White. Сдается Red White, даже не дождавшись атаки. Ну вот, говноедством на говноедство ответили говноедством. Реди пишет расклад дерьмецо. Как с ДД может быть расклад дерьмецо? ДД и сапогами. Как обычно, Граальчик. С кого капка? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С седьмого капка опять. Точно так же, как и раньше. Ну, по одному куску, конечно, грязно. С другой стороны, тут еще вот этот вот
Из-за вот этой вот можно было легко догадаться. Ну, тут почти ничем не ограничена местность. Короче, вот эти 4, все остальное, вот это вот непаханное поле. Короче, 7 из 21. Редди. Расклад дерьмецо, не собранные концы. Редди, Редди. С ДД, дипломат. Вижен был. Ну, сейчас появился, по крайней мере. Да, Редди не вылазит из подземелья своего. Как и я не спускаюсь к нему. Ну все, это на час, короче. Редди теперь думать будет миллиард лет. Он прям протыкает все заклинания, на каждое нажмет правой кнопкой, про каждое расскажет историю адмиральскую. Так что, я думаю, мы сейчас успеем, короче, сыграть с Пеле, турнир ВТ. Редди, наверное, тогда только сходит. У меня еще главное, антимагия от темплы не спасает. Неэкспертная земля, это просто пиздец, конечно. Это просто пиздец. Ну, он типа хочет берсить там. Берсить хуй. Ну, когда-нибудь эта удача закончится. В турнире мы не вылетаем, мы падаем в сетку лузеров, где будем играть с победителем пары Dark Seven Sun. Ну и, возможно, вернемся к Редди в гости. Без рестартов получить Грааль на респе. Ну, я думал, что мне повезло в игре. Ну и набор артов сразу, да, космический. Это пиздец. Не, ну в принципе я... Ну понятно, да. А-а-а, из-за сдвинутой охраны выкопал. Блядь, это такой пиздец. Да, это не просто лак, это прям пиздец какой-то. Говноедство, говноедовиство. Ну, что я могу сказать? Ну, прёт человеку. Грали-копатель. Ну и стоит отметить, что у меня и флаксов нету. Стоп. У Редди каждую катку флакс. Я так понимаю, но он поздно нашел, да, флакс? То есть выкопал рано, а Грааль нашел. Флакс нашел поздно, типа последним взял. Нет, я точно знаю, что я бы выиграл бой без этого дерьма. Без магии. Ну вот так вот на нюансах, по чуть-чуть. Ну не по чуть-чуть, точнее, как бы тут основные нюансы. Это Грааль и то, что вот. Арба. А, ну он видел тут. Ребята, в общем, я не буду пояснять некоторых деталей и аспектов, но вся игра в героев — это некая ставка. Ты делаешь ставку на что-то. Редди ставит на Грааль. Ему приезжает Грааль каждую игру. За Инферно, со флаксом. Неважно. Я сделал ставку, и эта ставка прогорела. Редди говнарь, конечно, безусловно. Тут прямо не поспоришь. О, Редди согласен на ничью, кстати. Он говорит, я только разогрелся, но окей, говорит. Блин, ну теперь как будто я, получается, все обломал. Не, ну, ребят, я реально уже два ночи, я немножко подустал. Редди, видишь пароль? Все. Второго шанса не будет. Ну, понятно. Рэдди жалуется, с учетом седьмого капка раскопал. Да блин, у него получается, что не игра, то у него на респе. И конфлюкс есть, Грааль на респе. Ну понятно, что тут смотреть. Еще и с дипломатией Сефинрот. Это без рестартов.